всему дому, да, выбило стекла. Ну, как-то хаотично. По домам разгоняют все. Я машина, моя машина в смятку. Вот. Да, вся в смятку. У Зубарева в смятку, у Павла Ивановича в смятку. Ну там вообще капец. Полный. Господи. У нас окна просто выбило, представляете? Офигеть! Какая жесть! Катенька. Сергей Посад. Вот такой гриб растет. Взрыв какой-то был. Вот такой гриб растет. Ой, как страшно. Вот. Угу. Это я в центре нахожусь, а это где-то, я не могу понять, район Рабочки, что ли. Вот оно все растет и растет. Грибочек.